Всем привет, мои хорошие, с вами Селена и Люси, в гостях у меня. Да что потом, уже нормально. Да. Всем привет, всем хорошего дня, приятного просмотра. Это фирмочка, фирмовое высказывание Люси. Она всегда, когда снимала видео, раньше говорила всем хорошего дня, всем доброе утро. Тра-та-та. Короче говоря, Люси уже сегодня уезжает, покидает меня, и мы решили немножечко ее преобразить, а точнее просто убрать желтизну на волосах. Да. И чем мы будем это делать? Мы будем делать это Эстель. Люси сама выбрала краску. Да? Но это больше тонировка. Да, тонировка. Ну, краска на 3% это называется тонировка. Если, например, мы бы красили на 6%, уже можно было бы сказать окрашивание седины. На 9% уже даже осветление немного может быть. Да. Вот. Ну, это такая универсальная вот эта Princess SS. Но самое главное убрать то, что я не успела заехать и подкраситься. Сейчас можно освежиться чуть-чуть. Да, конечно, у тебя есть я. Зачем тебе идти куда-то краситься? Деньги тратить. Конечно. Так, 9.18. Что это у нас за цвет? Ты помнишь, мы брали? Это блонд. Это пепельно-жемчужный. Да, он не сильно серый должен быть, как 9.16 там, и 9.61, какие я брала, фиолетовые. Да, вот этим я не красила еще. 9.18. В общем, вот здесь и написано. Так, блондин пепельно-жемчужный. Все. Должен быть красивый. Я надеюсь, что она не будет очень серой. Но Люся не переживает. Да, говорит, она смоется, тем более волосы здоровые. Да. Вот, будем делать они на 3%. Не на 3% один к одному всю краску израсходуем. Еще у нас немножечко отросли корни, но Люся не хочет трогать корни. Да? Но я тебе вместе с корнями буду красить все вместе. Нет. Или вообще до них не дотрагиваться? Нет, до них не надо лучше дотрагиваться, потому что они чуть. Могут присветлиться чуть-чуть, но на них может попасть, ты имей в виду. Ну ладно, не страшно. Четкий контур не смогу соблюсти, но я не буду прям вот кожу красить, да? Угу. Вот. Давай покажем, что у нас сейчас. Поворачивайся задом. Я думала, у тебя стул вертится, крутится. У нас вот такой вот цвет. Так, в салоне ты осветлялась и тонировалась, да? Да. А сейчас вот просто уже смылась тонировка, и мы просто хотим сверху затонировать. В общем, вот такой вот у нас цвет. До у нас будет с этими, как называют, как это под глазами у тебя, с патчами, да? Угу. Итак, до с патчами. Да, уже 30 минут прошло, да? Видишь, больше нельзя держать. Ну да. Все. А то обратная реакция пойдет. Что, поехали? Поехали! Наводить красоту. Мы тут кофе параллельно пьем. Я сделала Люсе кофе, который я делаю 3 в 1. Обычное кофе, соевое кофе и... кубик натурального этого кокосового молока. На. Спасибо. Слушайте, кофе шикарное. Ну а что я плохого не посоветую. Все, развожу красочку. Подержи, пожалуйста, вот так вот сейчас. Да. Я развожу красочку. Здесь у нас 60 миллилитров. Я делаю все, потому что волосы довольно густые у Люси, чтобы все как следует промазать. А ты у меня вообще красилась хоть раз? Дома. Да что-то мы что-то делали. Ты на моей кухне красоты красилась? Не помню. Да, вроде. А я не помню тоже. Напишите в комментариях, кто помнит, красилась ли. Да, мы что-то в ванной купили какую-то там. Нифига не прокрасилась. Так, здесь точно у нас 60? Да, 60. Подожди, стой. 10. 60. 60. Все. Пусть чуть-чуть сольется. Пока сольется, я сейчас вот это перемешаю, а здесь как раз вниз все сольется, и я долью потом. Смесина. И самое главное, чтобы волосы здоровые, не убитые. Ну ты, в принципе, осветляла же не часто их прям. Нет. Я бережно делала. Я вот постриглась, походила и поняла, что хочу опять отращивать. Это наша девчачья, я тоже отращиваю. Я смотрю на себя с длинными волосами, мне кажется, у меня лицо худее даже кажется с длинными. Не знаю, я длинными, их хоть собрать можно, а здесь... Там соберешь, там вылезет. Вот чем мне нравится Эстель, что она так классно перемешивается. Единственное, что она воняет, но мне мастер как-то советовала на воздухе. Вот когда, помните, частный дом у меня был? Частный дом, понимаете? Я во дворе прям мешала краску, она там за 2 минутки уже выветривалась. И можно было нормально красить. Сейчас балкон открою. Чуть-чуть проветрится заодно. И вот здесь помешаю.
ближе к улице. Все, одеваем перчаточки и поехали. Тонировочку можно начинать сверху, в принципе. Так, все, ничего больше нам не надо делать. Mm-mm. Пошли, поехали. Так, волосы ты рассчитала уже, да? Угу. Начинаем КВН. Так. Все, на корни не заходим. А оно все равно на корни попадет. Потому что я же перелистываю вот так. Поняла? Ничего страшного. Но раз... она супа не будет, я думаю, так не возьмет. Короче, сначала я вот так вот верхнюю часть прокрашу, вот так, вот здесь. А потом я буду протягивать. Сделаем так. Не, ну все равно же эта тонировка смывается. Стиль вообще очень быстро смывается. Да и капус тоже быстро смывается. Все быстро смывается. Вот женщины, да? Угу. То брови подкрасить, то губы, то волосы. Что-нибудь все время хочется поменять. Да. Женская доля. Mm-hmm. Ну что, девочки, у нас, как всегда, траблы на кухне красоты. Мы взяли одну краску, а там до этого Люся красилась 100 на 100 делала, один к одному. То есть у нее 200 было. А Эстелька, она же маленькая, там 60, всего у нас 120. Конечно, нам не хватило на всю голову. Мы только покрасили до половины, а кончики я оставила, получается. И сейчас осталось краски у нас, смотрите, сколько. Ну просто. Но это никак не хватит нам. Растянем. Да. Да я что-то тоже не подумала. Я забыла, да. Будет прям жидкая такая штука. Вот здесь прям водянистая. И я ее прям вот так вот... Мы ее сейчас прям вот водяной такой, как будто, знаете, протяжку делаем в этом. Да не, все, хватит, растянешь. Там кончики только. В стах кончики. Половина головы кончики. Блин. Надеюсь, у нас не будет пробелов. Ну ладно. Ну это кухня красоты. Ты как бы должна была готовиться, что тут вечные у нас траблы. Мы о чем-то не подумаем, чего-то не знаем. В общем, попробую сейчас растянуть все это. Видите, половина накрашена, половина нет. Кошмар. Ну, в общем, вот. Больше водички надо, потому что когда с водой, они тогда становятся вот более прям гладкими. Да, и более так растягиваются у нас. Надеюсь, все получится. Можно еще попшикать, но я что-то пшикалку не нашла. Но сейчас я вот так сделаю, потом еще и пшикалку найду. Да, растение нормально будет. Хуже точно не будет. Думаешь? Ну, они же светлые, мы же не красим в какой-то яркий цвет. Мы же просто убираем. Главное фасад, я всегда говорю. Так что я тебе с передних прядей начну. Чуть что красивое. Передом ходи. Ой, смотри, как красиво. Посмотрите, да. Какая красивая гардеробная там видно. Да, гардеробная шикарная. Да. Вот я себе так же сделаю. Угу. Волосы еще когда осветленные, они вообще очень много впитывают. Вот я тебе крашу, а оно впитывает. А все, Кристина ничего не отвечает. А, не ответил. Ну, уже поздно ответила. Уже я вчера... Ей написала. Если бы она мне чуть раньше написала бы, я бы еще бы осталась бы на один день. А она сегодня утром. Значит, это все из-за Кристины, да? Да. Ей написала вечером, еще пока билет не купила. Она не ответила. Она говорит, а ты на сколько? Я все. Уже все. Все. Так, держи вот так, только уже не наклоняй, потому что жидко тут. Все, Кристина, не успеем с тобой встретиться. Я тебе вчера специально написала, еще когда билет не купила. Ты не отвечала долго. Я думаю, ну ладно, значит занята. Так что в следующий раз увидимся. А шапку я тебе привезла. Я предлагаю пойти намочить волосы прямо этим. Да, давай. Я растяну. Ай, попу! Прищамила. Да. Прищамила, давай. Я еще поправилась. Знаете. Да. Все, в общем, мы намочили все, еще взяли синюю красочку, масочку, и прям все вот так, вот так, вот так, вот так вот сделали. И 30 минут она будет теперь с этим сидеть. Посмотрим. Короче говоря, мы уже несколько раз проэмульгировали, уже прошло полчаса, сейчас еще 5 минут. Мы в ванну еще заходили, прям 10 водой. 10 или 5? Ну, уже 5, уже 3 прошло, сейчас 2 минуты говорим, потом еще 5. Все, у меня в голове, как часы. Короче, проэмульгировали еще мы вот так вот много-много раз.
посмотрим, приведемся в порядок, помоемся. Я надеюсь, что все-таки будет однородный цвет. Посмотрим. Надеюсь. Через 5 минут вернемся. Ну что, готовы увидеть? Та-да-дам! Та-да-дам! Так, ты еще чуть-чуть не досушила. Угу. Короче говоря, что получилось у нас? У нас получилось, ну, конечно, из-за того, что краски не хватило, да, оно не супер 100% идеально, да, разложилось. Но в целом нет каких-то пятен. Видите? Вот если вам видно, чуть-чуть вот так сделай голову. Вот. Нет каких-то пятен таких сильных, да, явных. Вот. Конечно, кончики, я смотрю, чуть как будто взялись похолоднее. Вот как будто тоже вот здесь полоска такая есть, да? Но в целом, смотрите. Плохо. Все хорошо. Главное, все равно... фасад вот идеально. То есть, если бы нам как раз сзади и не хватило. То есть, если бы у нас было еще полкраски, все было бы вот так вот, повернись пачком. Вот так вот, да? И вот, видите, как раз-таки вот здесь хорошо все сделалось. Но цвет классно приглушился. Конечно, желтизны нету. Ну ничего, она все равно смоется, потом еще подкрашу. Но она будет, да, еще равномернее с каждой помывки. Нравится мне этот цвет, что он получился не сильно холодный. Нет фиолетового цвета, нет желтого. Он прям какой-то прям красиво прибил вот этот вот желтый. И все, и стал такой благородненький, да? Ну да. Ты как тебе, как в зеркале? Выглядит свежо. Да в камере непонятно, я все равно ничего не вижу. Так я, прикинь, я когда покрасила себя, у меня были фиолетовые корни, здесь у меня полоска холодная такая. Я прихожу при ясном свете к девочке, вот татуаж, который мне делает, она такая, какой классный красивый цвет. Она даже вот с фасаду не увидела, что у меня все пятнами. Я потом ей показала, она такая, ну так не видно, говорит сразу. У меня то, что было, это ужас. Так что у тебя очень все довольно равномерно. Но я рада, что как бы не видно косяков каких-то, да? Ну... Макушка, конечно, классно. Да, смотрите, как красиво получилось у нас с корнями. Прям плавный переходик такой. И не бросается. Ну, еще лучше стало, чем было. Вообще круто. Вот. Давай я подсниму зайчика. Вау, как волосы у тебя блестят. Обалдеть. У тебя маска какая-то? Глянь. Слушай. Да? С тобой можно ламинирование, слышишь, снимать. У тебя прям волосы как стекло красиво блестят. Как шелк. Обалдеть. Так знаешь, сколько я на них денег трачу. Люси, ну-ка быстро покажи, чем ты мыла голову и чем ты сейчас ухаживала. Сейчас, я всегда с собой ношу. Давай, делись. Вы видели, сейчас. Какие волосы крутые? Сейчас подкручу. У меня еще дома всякой штуки. А у меня, посмотрите. Ну я сейчас не вытянула волосы еще свои. Может, это свет так у меня здесь падает? Это то, что я теперь всегда ношу. Давай, садись, вещай. Это маска. У меня вот такая же маска. Я у тебя ее брала в этом. Да, да, да. Да? Вот такие вот масочки у нее. Я оставляю на 10 минут. Я их теперь вообще всегда беру с собой везде. Использую за место бальзама. В общем, из-за того, что мы же осветляем волосы, я вот частенько начала пользоваться. Круто. А вот это вообще классно. А это что? Это бальзам, несмываемый. Угу. То есть, просто... на влажные волосы и все. А где ты купила? У себя. А ты позанимаешься? Ты занимаешься еще косметикой? Да. Корейская косметика. И что, и куда тебе писать, если что? В Инстаграм. Инстаграм. Я оставлю ссылку на Инстаграм, если что. У кого еще работает? Вот это вообще фирма классная, Массил называется. Да. У них вообще и запах классный. Ты чуть-чуть, вот а то она, да, это даже много. Ты чуть-чуть и поэкономнее давай. Не, просто волосы будут жирные на кончике, Маш. Я только помыла голову, кстати. Ну. Офигеть. И запах? Запах классный. Угу. Просто если много берешь, а я на сухие там, ничего? Нет, не можно на сухие, на я влажные делаю, потому что феном, когда сушу, она защищает. Вот. А когда много, она потом жирная, поняла, становится. Его надо это. Ну, пока на халяву. Держится. Чтобы на два раза хватило. Чтобы с первого раза не смылся. Я шучу. Не, у меня есть, кстати, тоже бальзамчик, который я у тебя брала, вот тоже вот это SP1. Mm-hmm. И он очень круто. Я столько перепробовала уже, а он у меня стоял целый, запакованный. Я его недавно распечатала. И просто, блин, думаю, что я его раньше не открыла. Не, они хорошие. Тем более эти CP1, они это для окрашенных волос специально. Все. Сейчас вытяну как раз таки и все.
Они не так долго будут блестеть. Супер. Ну да, я там еще всякими капсулами, всякой, я очень много стала сейчас. Потому что первую покраску, которую я красила, я на самом деле повредила. Видишь, у меня, это я уже сожгла, у меня, видишь, начали отрастать. Поэтому после этого я теперь буду отращивать. Подкрашивать. Да, вместе. У нас сейчас с тобой одна длина. Нет, это, у тебя да? длиннее. Длиннее? Да. Мне кажется... Одинаково. Ой, точно. Одинаково. Мне почему-то все время казалось, что длиннее. Все, отращиваем вместе. Хочу отрастить все-таки. Все, мои хорошие. В общем, мы с вами прощаемся. Пишите в комментариях, как вам цвет. А, кстати, сравни с моим. У меня светлее, да? Ну, конечно. Да, вот это уровень где-то. У меня получается десятка, а у тебя девятка. Угу. Наверное, так где-то. Ну что, Селеночка, спасибо, освежила. Не Мне нравится, что. Хорошо. Не за что. Все, пишите в комментариях, как вам цвет, и делитесь мыслями, которые пришли вам, пока смотрели наше видео. Все, всем пока. Всем хорошего дня. Пока-пока.